Всем привет! Продолжаем проходить Baldur's Gate 3, и это у нас 30-я часть. Последняя часть, которая будет длиться у нас 2 часа, потом пойдут 4-часовые серии, огромные 4-часовые серии, с ума сойти. Да. Ладно, погнали, в принципе, нажмите кнопку для любую, чтобы продолжить. Не знаю. Ужас, ужас, ужас. Мы даже вторую главу еще не прошли. Мы сейчас будем продолжать, наверное, испытание Shadowheart. Я не знаю, сколько их, ну, два мы прошли, получается, мы подрались. Мы подрались, выиграли. Мы проскрытились, тоже выиграли. Интересно, будет что-нибудь там на головоломку в плане? Загадки. Посланница Шар должна быть очень умной, там, типа того, нет? Должно, нет. Блин, надо этот. Пилить китайский VPN. На всякий случай. Это он дороже получится. Это да. Блин, это, конечно, пиздец. Посмотрим, в общем. Сейчас с игрой главное разобраться. Так, у нас по ХП проблемы, я смотрю, да? Ну, у всех половинка, поэтому мы берем и просто лечимся. Ага, окей. А что с ними? Что они так склонились перед нами? Так, это надо передать, наверное, ей. Куда их отнести потом надо? Окей. Ага. Let's see. Ну, выходим, получается. Два прошли. Сколько осталось, неизвестно. Чего тебе нужно? Магазин? А что с ней? Ага, до конца что? До конца долгого отдыха ебануться. У нас тут одна крыса. Блин, я никак не могу запомнить, кто умеет разговаривать с животными у меня. Блин, дверей, видимо, 1000 и плюс одна. Вот это еще дверь какая-то есть, да? Да. Еще одно испытание. Испытание чего? Прыжка веры? Простите, что? F5. Так, Shadowheart. Another bowl.
Еще одна чаша с пятнами от древнего кровопролития приношения. Очередное испытание на прочность для неофрита плодочный шар, где Синь демонстрирует способность ориентироваться в ее священной тьме. Иди сквозь тьму, дабы оказаться в своих моих объятиях. Давайте я тут еще один кадр сделаю, пожалуй. Она задолбала уже руку резать, мне кажется. Из ладони все-таки. Говорят, темные ситуации никогда не отступались даже в самой глухой тьме Владости Шар. Нужно запомнить, куда ступать, и верить, что она меня выведет. А я не могу вот так вот сделать, погоди. А где? А вот. Бля, не видно. Охуеть, серьезно? Стой, погоди, как я должен запомнить это? Тут же ничего нету. Вот здесь где-то прыжок был. Чего, блядь? А чего она сдохла-то? Она упала? Я сама упал. Давайте одной будем одним персонажем двигаться. Я могу схитрожопить, конечно. Угадайте, что сделать. Опа, ты вылез, да? Сейчас я кондиционер включу. Смотрите. Мы можем отойти, в принципе, так видеть, да? Так, ну если одному можно идти, то, пожалуй, туда встаньте, пускай. А мы будем играть за Shadow Heart. Смотрим. Значит, мы должны дойти до колонны здесь. Потом дойти вот по прямой, да? По прямой пробежать где-то до конца платформы, повернуть на одну ступеньку вправо до конца вот этой. Ага. Ой, блин, глаз расчесал, все, понеслась, да. Потом дойти до, получается, сколько тут? Дальше не видно. Лады. Stains of an ancient blood off. Another trial to judge the metal of Lady Shah's initiate. To be sure of foot in even the darkest recesses of Lady Shah's embrace. I must remember where to step. Блин, как же неудобно. And have faith
Так сюда прыгнем, наверное, вот сюда. А, ее видно, что-то было. Так, до середины, да? Где-то вот до сюда. Так, дальше до конца вот этой платформы, но надо посмотреть, что там дальше. Ага. То есть потом посередине бежим тут. Направо. Окей. А где она начинается? Погоди, назад немножко. Блин, можешь бегать поаккуратнее? Так. Ну, наверное, где-то здесь. Вы знаете, я прыгну лучше тогда. Прыгну, получается, с середины. И там. Окей. Середина этой платформы, где-то середина тут, да? Вот отсюда добегу, а посмотрим. Так. До середины, да? Сюда пробежим и прыгнем вот сюда. Погоди, я не запомнил. Назад. Блин, здесь ничего не показывает. Ну, можно прыжками тогда. Мы сейчас прыгнем вот до сюда где-то, да? Дойдем до сюда. Если до сюда добежать до этой колонны, то есть отсюда мы прыгаем вот сюда, в этот уголок. Вот отсюда сюда прыгаем. Потом бежим вот до этой колонны. Прыгаем вот сюда, одну ячейку сюда, по прямой. И, в принципе, там можно прыжком уже, наверное. Окей. Угу. До сюда. Прыжок. Вот сюда. Окей. До колонны. Ой, блин, Не, смотри, если она сюда может допрыгнуть, вот сюда. Окей. На всякий случай прыгну. Ух. Запомнил. Что за вдохновение? Пройти все испытания шар. Ое. А ей что, не нужно? Во, пройти все испытания шар. Получается, мы дальше идем. Так, F5. А то сейчас знаю я вас тут. Да? Два стражника. Давай зайдем в эту дверь сначала, наверное. Мы должны их атаковать сразу.
Или я должен сначала что-то здесь сделать? Пусть рычага. Это было. А. Мы не встали все как-то. Так, все зашли сюда. Где вы, блядь? Где я в итоге? Не значит, что в библиотеку потом пойдем. Иди. Вот ты шар. Так много туда было положено, чтобы создать великий образ. Как красиво. А справа еще что-то. Трон какой-то огромный. На алтаре выбита надпись. Ответы на вызов своей госпожи, Владыки Шар, пройди все испытания и стань темным Юстиадом. Да, ты не ошиблась. Это вызов, Владыки Шар. Быть может, здесь ты сумеешь доказать, что достойно. И наконец-то стать темным Юстиадом. Смотрите, алтарь. В алтаре устроены ниши, которые, видимо, что-то вставлялось. В одну из ниш вставлен драгоценный камень. Ну, как бы должен пройти, вроде бы. Избранные лучшие воины темной владычицы, самые преданные, самые недостижимые, самые беспощадные. Четырнадцать уже. Ух, хорошо. Ценности владычицы ясны. Ее дети должны достигнуть вершин в искусстве скрытности, боевом искусстве и умении ориентироваться в ее священной тьме.
Инкарнация требует жертву. Чтобы стать темным Сиадом, нужно пролить кровь Силунита. Силунит? А кто такой Силунит? Ну, так я уже это сделал. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Любопытная, богато украшенная коробочка. На ее многочисленных гранях видны неразборчивые символы. Рассмотрите его внимательнее. Блин, интеллект маленький, конечно. Ух. Ты не видишь никаких отверстий, но чувствуешь, что внутри что-то есть. Хм, что такое в этой штуке есть, правда ведь? Можешь ведь обладать притягательностью? Никаких результатов. Упертый ларчик. Надо будет обращаться, могу сама в нем покопаться. Бросить на землю боюсь. Укатиться куда-нибудь. Что? Что случилось? Блин, я не то делаю. Да. Простой. Что не так? Ничего. Все в совершенном порядке. Что происходит? Поговори со мной. Я должна еще кое-что сделать, иначе можно считать, что все испытания были напрасны. Я узнала о сокрытом священном оружии, Копье Ночи. Я должен добыть его и использовать, чтобы совершить жертвоприношение во имя Владычицы Шар. В ее святая святых. Если я сделаю это, я стану темным Истицадом. Истициаром. Ты правда готова пойти на такое, принести кровавую жертву, только чтобы убедить, ублажить шар? Не бойся, здесь уже многие годы никто не живет. Едва ли речь о разумном существе. Скорее всего, это какое-то чудовище. Я их убивать нам уже не в первый. Не так ли? Нужно найти это копье. Оно должно быть в той библиотеке, через которую мы прошли. Ну, погнали.
Стой, погоди, а где этот? Да ё-моё! То есть придется всех там поубивать. Надо портал сразу уничтожить тогда. Да? О, тут спуститься куда-то можно. Там дверь какая-то с шарами. Похоже. Это тут, возможно, лифт какой-то есть тоже. Немота, конечно, портит все. Как же мы их должны победить? Немота от этой штуки? Да, это аура немоты. 32 хп, да? Если мы ее прорубим, это очень сильно поможет. Окей, успел. Один раз ударить успел. Мне бы Карл сначала. Давай Карл попробует пробить ее. Не реагировать. Гейл дальше, да? Я, наверное, не смогу ударить. Да ну нет, чё так мало-то? Вот и все. Так, теперь нужно как-то их отхуячить. Так, ну она, видимо, все. Огненный шар. 45-45. Мало процентов, конечно. Может, этим? 40% тоже. Блин, как мало. А этими я не могу пользоваться, что ли, священками? Блин. А просто действуем, да? Попробуем, ладно.
Но она уже ходила. Ловушка, кнопка. Рывок, значит, ходить не будет больше. Ну, бить, по крайней мере. Попал. Ну, это по одному хуячить так, конечно, да. Как не стоит хорошо-то, обалдеть. Ладно. Удар молнии тоже, блин. Такое. Слишком темно. И каким образом тут слишком темно? А, вот что, хорошо, что я не нажал, блин. Это было бы жестко. Ледяной луч. Блин, ну тут все, походу, так, 42%. Кто? На нах попал, хорошо. Придется так делать, да. Ой, хорошо. Такс. Окей. Мало, конечно, урона наносит этим копьем уже. Плюс 7 хп? Серьезно? Ладно, походу, не пизда. Все разбежались. А, ну в принципе могу так встать, чтобы их двоих задело. Тридцатка! Хорошо попал. Хотел толкнуть, не получилось. Хорош, успокойся. С такой задержкой.
Так, давай с Карлов начнем. Да ну нахер. Отлично. Он отбежать не сможет еще. Действие вторая ячейка. Ну давай, короче, попробуем вот это сделать. Пускай промахивается. Так, а там нет никого дальше? А, есть еще один бегает. Но пока я под такой опекой, я не буду рисковать. Он там с арбалетом в любом случае. Поэтому если он решит отойти, я его убью. А Гейла, похоже, нокаутирует. Что я об этом не подумал. А у тебя есть туманный шаг или что-то? И ладно. Он как обычно. А, ты будешь стрелять? Так, ну что, Духард поднимет? Отлично. Тут провоцирует атаку. Почти сдох. Куда ты побежал, господин? А. Куда подальше, так понимаю. Но у меня есть еще вот такая штука. А там не попадаю, серьезно? А, ну да. Что? Блять. Как он перекрыт, ты чё? Я не могу еще раз выстрелить здесь. А, надо было сразу телепортнуться, что-то.
И зачем она нужна? Бесполезная просто рука. Ну, естественно. Задолбал бегать. Постоянно 14 попадает. Молодец. Так, этого поднять срочно. Вы сюда бегите, блядь. Он там, кстати, прошел проверку. Нам бы в лагерь, кстати. У кого-то ключ должен быть или что? Чё? А, что это что? Я не знаю. Let's see what this does. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Зеркало словно поглощает свет, а не отражает. Ну, может, ключ какой-то есть? Так, стоп, стоп, сохранится. Возможно, в лагерь просто идти надо. Возможно. Так, ладно, давайте попробуем. Три 15. От 3 до 15. Вот это, блин, разброс. ГГ. А, окей. Отлично. Четыре вдохновения все-таки. What can silence the night song? Загадка ночи. I wonder what the next move is. What can silence the night song? Ну. Ар? Что еще вставлять-то? What can silence the night song? Загадка ночи. А где загадка-то сама? Might find something useful. Must keep going. Так,
Так, я подобрал какую-то хуйню, кстати. What can silence the night song? Нет. Ну, я не знаю, что можно ставить. Может быть, этот амулет ее. What can silence the night song? Whatever it takes. Конечно, вряд ли. Тоже нет, да? Что-то. А это откуда у меня? Так. Пустота и священное состояние. Ей следует восхищаться, к ней стремиться, избавить себя от своих чувств, значит прийти в чистое объятие владеть шар. Преодолевать соблазны на своем пути, дабы отвернуться от искушения жизни и света. Помните, что все эти ложные чувства вообще ничего не дает. Они прям горят. Я буду тратить любовь. Любовь есть самая жестокая ложь, чтобы использовать враги. Используют враги владычицы шар. Любовь есть болезнь. Она пленит сердца на всю жизнь из-за мимолетной скоротечной искры. Любовь есть пожар, разрушительное пламя, дающий мимолетный свет и тишение тому, кто его подпитывает. Оскорбляй при этом холодную вечную тьму владычицы шар. Потушите огонь любви, он опалит вас своим жаром. Ухудшит едким дымом и в конце оставит вас ни с чем, кроме остывшей угли и голодного сердца. Учение будет тратить темную ситуацию. Нет владычицы шар более слуг более ревностных и преданных, нежели темные сцары. Они самые верные, самые безжалостные воины, обученные по ее методам, пропитанные ее священными доктринами. При священии каждый из них должен забрать жизнь Селунита. Только после он или она сможет назвать себя темным истиаром. Таким образом, мы можем быть уверены, что каждый темный истиар окропит свой клинок крови врагов владычицы шар. Толстая книга. Утрата учит нас истине. В ее пустоте мы становимся чистейшим выражением самих себя. Нет ничего более благородного, чем забыть и отдать себя на милость тьмы. Ибо за то малое горе, что привело нас сюда темная госпожа, вознаградит нас вечными объятиями ночи.
Мягкого шага, но это типа я прошел. Блин, а можно как-то это ебануть просто? Ясно, нельзя. У нас сейчас Гейл откиснет вообще. Ночная пивунья. Это сундук нашел какой-то. Последняя жертва дочери Луны. Стрела переноса. Но все не то. Да похуй. О, задел наконец-то. Там повторение-то понятно. Пока не понимаю, что оставить надо. Загадка ночи. О, говорят, когда этим священным копьем владел самодельный, и теперь ждет своего избранного, старейшина спрятал его в тайном месте до тех пор, пока его не обнаружит тот, кто достоин владеть им. С копьем этим в руках наконец-то можно будет принести последнюю жертву. И мерзкая луна вместе с луной прольет горькие слезы и бросит свои заблудившиеся последователи. Но пусть ни одно дитя ночи не поддастся искушению завладеть этим копьем, не будучи избранным. Оно станет в таком случае копьем лишь безделушкой, лишённой священной цели. Да не спадет на всех детей владычий шар, чей защищать эту священную реликвию святую. Когда придет время, они узнают, что помогли избранным владычеству воину и стали глашатаями возвращения к бесконечному блаженству небытия. Блять, что? А мы всех проверили тут? Ну, видимо, да. Mirrors here seem to not reflect light, but devour it. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. А это яма с газом. Учение утратит собственный секрет. Знает, что вы прячете от глаз, зарыв глубоко в душе своей. Она знает, что причинит вам боль, что грызет саму вашу сущность. Доверьте ей все свои недостатки. Позвольте ей возложить исцеляющие ладони ее забвения поверх ваших ран. Дайте ей познать вас полностью, дабы смогла она освободить вас от оков. Что? Еще раз. Что может заставить песню ночи затихнуть? Солнце. Свет.
What can silence the night song? А что, дверь-то закрылась? What can silence the night song? Еще раз. What can silence the night song? Ну, свет. Ночная пивунья. Почему? Как я отсюда выйду, блять? Let's get going. Better not be cursed. Потому что Духард с ума сходит. Ладно, допустим, пока пошли дальше. I'll take this way. Worth grabbing. Вот оно, наверняка оно. Копье ночи, оружие, завладевшее которым меня повелел владычица Шар. Шлем темной Сары. Нихера себе. Ну... Открывать шлем, а то он что-то, конечно, прочный, но нахер надо. Я отсюда выйду-то реально. Можно сделать по-другому, кстати. Шадоухард. Короче, есть такое дело. Блин, тут порталов-то нихера нет. Мы сейчас четвером переместимся туда, да? Да. Четвером же? Нет, не вчетвером. Все бегут сюда. Робин Шадоухард. А, вот, все готово. Хитрость. Погоди, а нам вот сюда же. А мы здесь были, разве нет? Да, мы здесь были. Рядышком. Ну я вообще бы в лагерь отправился сейчас, потому что, ну, херовая ситуация. По ХП. Давайте в лагерь отправимся. А то по ХП прям беда. Опять кипаньки куда-то показывают вообще. Да. Кто-то хочет поговорить. Я бы Шадоухард поговорю, потому что хер его знает, что он там задумала. The gauntlet of
Вызов шара. Поверить не могу, что мы отыскали место священного испытания темной владычицы. Не стоит даже говорить. С темностью. Знаю, до сих пор сложно поверить, но я видела его собственными глазами. Трогал гладкие каменные стены, возвешенные в часть владычицы Шар. Я бы не решил следовать своей мечте стать темным мистиаром без высшего дозволения, но все изменилось. Госпожа хотела, чтобы я нашла это место. Я это знаю. Ну и как тебе? Впечатляет. Обычно владычица Шар поклоняется скромно. Ее святилища должны быть простыми и скромными. А это место... Я не знала, что в ее честь отгрохали такой монумент. Расскажи, что тебе известно о нем. Вызов Шар — необычный храм. Это высочайшее испытание для преданных последователей темной владычицы. И пройдут его ли те, кто достоин стать темным инициаром. Вызов имеет двойное значение. Это и трудности, которые нужно преодолеть. И латная перчатка владычицы Шар, которая защищает от самых достойных. Того, кто устоит в испытаниях, ночная пивунья достоит своих объятий. Былые времена отканули в лето. Теперь некоторые достаточно убить Селнита, чтобы получить звание. Раньше это была подлинная элита. Многие решались на испытания, но лишь единицы добивались успеха. Так. Блин, Что я хотел сказать вообще? Там что-нибудь придумай потом в фотошопе. Итак, все это Кетрик Торм делал ради своей дочери Изабель. Я почти могу его понять. Твой почти для меня выглядит неподъемным. Этот тип менял хозяев чаще, чем куртизанка своим простыней. Ну, типа, но он живое свидетельство того, что можно отвернуться от Шар и выжить. Хотя не знаю, можно ли назвать это жизнью. Так, сейчас я хочу кое-что поговорить. Так, час 04, 56. Окей, 56 минут еще. Он что, блин, цветок здесь сожрал? Так, давай Гела заменю я на вот этого. Храм, посвященный Шар, даже, наверное, больше, чем храм. Место, где Кетрик Торм выращивал свою темную магию. Армию магии, блин. Как исправить, по твоему мнению? Я бы к тебе несправедлив. А, ну это мы читали. Да сейчас заменю Гейла. Так, у него новый уровень. Эльсин, Мальсин. Медведь-то наш, Мишка родной. Кира.
будет. Естественно. Ни хера себе, элементаль. Ну, допустим, так. Эффектов, конечно, у нас висит. Это просто с ума сойти. Страшно представить, что потом будет. Он так криво спит-то, Хальсин-то. Блин, мне кажется, я кое-что заруинил. Я с этим переживаю. Прям есть такое ощущение, что что-то заруинил. У меня тут пульт. И могущий. Так, окей, ладно. В этих завалах выходили армии Шар, которые несли смерть. И кто желает внимать мудрым словам владычи Шар, приходит прислушаться к ее неумолимому клинку, неумолимому. Ты говоришь это как старательно чинится, повторяешь намерение, не вдумываясь их значения. Я думал, достаточно, но вообще владычи Шар... Это не действия, а не слова. Можно как-нибудь попробовать. Диск пришел в движение. Должно быть, он приведет к следующей части вызова Шар. Тут шаров нету. У нас же только два осталось. Вот раз и два. Ну, допустим, два положим. Ну, видимо, надо назад вернуться. Я уж не знаю. Блин, я его не продал случайно где-то? У меня же был какой-то шар, помните? У меня не хватает одного шара. Так, блядь, что за хуйня? Пошлите в эту сторону, поищем. Так, а где я вообще? Хоум. Где кнопка Хоум-то, блин? Ага. У меня шара не хватает. Два УЗ? Серьезно?
Кто это? Ускользающий зверь? Мне нужен еще один шар. Блин, я боюсь, что я его проебал. А, нет, вот он. Я нашел. Здесь было пролито столько крови, что на лодке проплыть можно. Что тут случилось? Убить старого врага Рафаила. Это вот тут. Ну давай! А где враги-то эти? Я могу еще раз атаковать? А, вон они наверху, вижу. Призрачные стражи. Но мне кажется, он очень жесткий. Кто это? Юргир, 10-й левел. По нему кто-то бьет, что ли? Он что, наш друг? Секундочку. Это странно, он не атакует как будто бы. Альсин. Я не знаю, что это за зверь. В смысле, он серый. Я хз. Я тогда. Ну, я хочу что-то сильным бить пока что, да? Go hard. Минус этот чел. Теперь нужно отойти. Пускай сюда спускается, чтобы нас не видно было. Юргир. А как попасть наверх?
Чё так долго-то? Ебать, у них хп у всех. Сумасшедшие какие-то. Ну, можно вот отсюда зайти, в принципе. Блин, как он долго думает, обалдеть. Да ты заебал. А это что такое? Бомба Артона. В смысле? Ой-ой-ой, они сейчас взорвутся, получается, меня расхуячит. Но здесь четверик могу захватить своим выстрелом. Проблема лишь в том, что вот здесь где-то чел стоит. Если он каждый раз будет... Да блин, как они долго ходят, ужас. Ответное действие как-то можно? Как же много они ходят и стреляют, и стреляют, и долго это все. Это Карлах, кстати. Но бежать туда нет смысла, сюда. Пускай идут к нам. Да ну нахуй. Ну блин, они, конечно, да, жесткие. Да сколько можно ходить? Пускай спускается. Как же вы заебали, а? Они так долго ходят, это просто ужас. Ебать, они думают долго. Так, Хельсин, да? Идем сюда. Пускай идут сюда сами. На второй этаж я не могу, да, кидать? Ну ладно.
Блять, какой он тупой-то, обалдеть! Да ну нахуй, им впадают. Я ничего сделать не могу, вот что хуёво. Они слишком высоко. Да как он попадает? Ну это пиздец же. Ебать, они долгие, это просто невозможно. Что он стоит, думает, блять, давай быстрее. Да, блять. И отходит, чтобы нельзя было атаковать, да? Вот, блин, как мне это сделать? Я ничего не вижу, вот. Как сменить этаж? Ужас какой-то, блин, отвратительно. О. А, им похуй на огонь? Великолепно. Просто охуенно. Ушли оттуда. То есть урона я никакого не нанес им сейчас. Блять, оттуда он стреляет. Знаете, что я думаю? Я заебусь, так надо наверх идти. Не за этим животным бежать, а попробовать прыгнуть там. На второй этаж сразу ими заняться. Обалдеть, дебильный бой. Они так долго думают, это ужас какой-то. Еще не все дальнобойные, так понимаю, да? Засаду устроили, охуеть, блин. Я вообще не понимаю, как тут подняться. Но шар мы нашли. Такое ощущение, что где-то продал один.
Так, смотрите, значит. Вот здесь это можно было перепрыгнуть, по-моему. Вот здесь. Вот сюда. Нет? Они не допрыгнут. Вообще никак, походу. А, ну я могу сделать. Погоди. Туманный шаг, он как-то. Окей. Обокрасть. Кто там остался внизу? Альсин, да? Ты можешь допрыгнуть? Ладно. Тоже в 5. Так. Я не знаю, каким урон. У меня все огненное, видите, блин. Растет. Растение. Так, как он там действует? 6%. Что так мало? процентов 36. Но они захвачены врасплох, в принципе. На льду стоят. Только не по льду, пожалуйста. Недостаточно движения. Недостаточно движения тоже. А как так-то? Он двинуться, в принципе, не может, окей. Тени захвачены врасплох. Пёсель. Он серый вообще, он не кр... А, они все серые, ладно. Ну, смотрите, мне нужно сделать так... Чтобы он упал. Это очень сильно ему ударит. Ой, неплохо по урону прошло, очень неплохо. Ваша дубинка или пост становится магическим оружием, она наносит 5... Ага.
Так, здесь я знаю, что применяю, чтобы его откинуло. Здесь откинет. Не откинуло. Но, блин, урона хорошо прошел. Урон прям хорошенький прошел. Надеюсь, он хилиться не умеет. Потому что он сейчас будет атаковать. А что это такое? Куху 16. Так. Жалко, что я не могу, чтобы он появился, блин, потому что это хуёво очень. Так не упади. Как можно было промахнуться здесь? Ну ладно, окей. А, ну... Его же нельзя метнуть. Минус один, хорошо. 10 опыта дало. Целый один урон. Ну а что он напрягает? Это скользящий зверь. Кто-то сейчас упадет. Нет, не упал. Ту-ту-ру-ту. Окей, ебащим. Мультиатака. Хорошо. И еще атака. Так, мой ход. Некромантия, да? Так, кстати, лед исчез. Печалька. Вот этого можем добить сейчас, но маловато. Окей, минус один. Уже хорошо. Мы атаковали их сзади. Я еще боюсь это кошечки, я не знаю, что на чем способна. Тварь какая, обалдеть. Он задолбал своей невидимостью, просто задолбал. Вот очень неудачно он располагается по ударам. Персонажи, которые могут его атаковать, находятся после тех, которые могут урон наносить. Как его атаковать, блядь? Ой, хорошо как. Плохо, но нормально. Ух.
Да, сейчас хилим. Но это маловато. Смертельное облако. Можем сюда его хуйнуть. Там очень многим прилетит. Невосприимчив. Ха-ха-ха. Класс. К яду невосприимчив, невосприимчив к огню. Холоду восприимчив очень сильно. Ясненько. Ебать. Ебать. Два урона нанес. Ну там 20, он снесет его, не хватит. Невосприимчивы к огню, это прекрасно. Так мало. Сейчас начнут падать они у меня. Блин, он прошел. У-у-у. Тварь какая. Он не исчез. А, исчез. Но он очень неудачно расположен. Это просто ужас. Он прям расположен отвратительно. А, ну блин, естественно. Их очень много. Безумно много. По площади меня только огненные бьют. Из этого просто отвратительно все выходит. О! А что случилось сейчас? ГГ. Как, блин, его победить-то? Он мне, понимаете, у меня все удары на огненные. В основном. Как его одолеть не огненным оружием? Яду невосприимчив, у меня яд, вторая сила.
Пиздец. Ну, ледяной бурей надо хуячить сначала. Это по-любому, наверное. Вызов молний 12%. Чё так мало? Что это такое? Югир еще получил. Дикий облик медведя. Заебись. Но я просто очень плохо представляю, как мне его ёбнуть. Хорошо. Да ну тебя нафиг, как недостаточно движения, уже под ударом. Да ну нет, блядь, ну под ударом же. Ну сука, как так, блядь? Ну чуть-чуть, да беги, блядь. Пара-па-пам. Да, подскользнулись, но эти пропали еще вдобавок. Ну, блять, ну как так? Ну, мы больше половины сняли. Сейчас больше половины. У нас двое валяются. Это сейчас будет ходить. У, Карлах имеет атаку. Да ладно. Минус огромный чел. Самое главное, Юргир готов. Дальше будет проще. Должно быть проще. У нас еще полное хп у всех. Я, кстати, не знаю, насколько далеко они работают, эти бомбочки. Я бы отошел на самом деле. Хуй узнает, сколько они урона наносят. Тикающая мина. Не знаю, через сколько они начнут атаковать. Лежачий бьют, да. Шадоухарт может не выжить, кстати, сейчас.
Я бы сохранился, кстати. На моменте Shadow Heart, наверное. Рывок. То есть он атаковать не будет. А собака, наверное, тоже не будет атаковать сейчас. Скорее всего, рывок будет просто. А иллюзионная копия. Но она не должна же атаковать, вроде как. Мина же не на этот ход распространяется, наверное. Да, заебал. Олька 34. И еще 4. Вот минами он не кидал, кстати, еще. Не бей. Ой, бля, сейчас больно будет. Ты охуел. Ну ладно, допустим. Что происходит? Что они гранатами кидаются? Да вы охуели. Это что за пиздец сейчас был? А, мне пизда, да? Они только и делают, гранаты кидают. Я не понимаю, что это за хуйня. Что, блядь? Так, F5. Просто докидали гранатами. Я в ахуе. Так, да, у нас все вокруг тут стоят. Минус один сразу. Окей. И много очень урона прошло. Угу. Но она ничего сделать не сможет, скорее всего. Ну, ходить ей нельзя. Факт. А, он бежать будет, наверное, да? Ах, пиздец. Тихо, тихо, тихо. Мне бы пока уйти куда-нибудь. Прям атаковать не могу. Временно сюда. Так. Да ладно, не хватает. Два 20. А это сколько дает? 3:30, неплохо. Там вот тот будет атаковать сейчас, да? Получается, да.
он только встает. Удар электричества. Ебаш. Мало. Вот этого добить. Блять, ну как так? Это нужно было попадать. 14-1. И тут вот эти целые еще. Но у них рывок просто. Как напрягает еще. Получается, открывать не будет сейчас. А тут может кто-то погибнуть. Стука. Еще один удар. Ух. Там, кстати, Карлах у нас еще полная. Это мега хорошо. Во-первых, эта штука просто убойная. Конечно, не получилось бы, наверное. Хотя, блять, а ей пизда, я забыл, я не заметил стрелочку. Ладно, постоим. Но он сейчас будет подходить, возможно, долезет в эти лучи. А, он пошел догонять. А, нет, пизда. А ты охуел, блядь, своими бомбами кидаться? У нас Скарлах может выиграть все это дело. А Шдухард стоит? Лол. Этот горит, он может догорит. Ну блять, ну как так? Ну блять, ну почему ты промахиваешься? Объясни мне, пожалуйста. Ну тут пизда. Нужно понадеяться, что... Но он попадет.
как так, блять? Заебало, ты можешь попадать? Блять, 80% нахуй! Ну нет, это тут не перебить. Это тупо нереально сейчас. 54, кстати, серия кончилась. Или 56 должно быть. Сейчас подождем еще. Скорее всего, дальше буду записывать. Пока не выиграю. Там даже 4-часовая серия. Пиздец. Ну там и бой. Не, если бы только он был, то все окей. Но мне, видите, гранатами закидали, блять, какого-то хуя в конце. После того, как его убил. А, окей, давайте еще раз то же самое делаем. Чейка 3, она исчезнет, да, потом? Провоцирует кучу атак. А если я кину вот это вот, как это работает? Угу. Метнуть нельзя. Чему-то, блядь. Ладно, допустим. Моригон. Они все моригоны, не знаю, кто тут не был. Что так станем. Ну сейчас-то меньше. Кстати, блин, я забыл. Я забыл об этом вообще. Знаете ж, давайте на этом сейчас серию закончу я. Дальше 31 пойдет. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там и скриншот обзора саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.